В поселениях района продолжается капитальный ремонт улично-дорожной сети, запланированный на 2018 год. На данный момент подходят к своему завершению работы в Петровском и прибрежном сельских поселениях. К капитальному ремонту дорог в Петровском сельском поселении приступили в начале июля. Выполняются работы по краевой программе на условиях софинансирования краевого и поселенческого бюджетов. Общий объем средств свыше 13 миллионов рублей. На сегодняшний день новое асфальтовое покрытие появилось на 4 улицах. Общая протяженность отремонтированных дорог составила порядка 3,5 километров. В 2018 году администрацией поселения было принято решение к благоустройству дорог асфальтобетонных, микрорайон Приазовский. Что послужило к таким действиям, это, конечно, обращение граждан, ну и само состояние дорог. Пришло время их ремонтировать. По программе «Капитальный ремонт местных дорог», значит, нам были выделены средства на асфальтирование. И вот сегодня у нас ведется ремонт улицы Гагарина, Пугачева, участок улицы Комсомольской и Зеленая. Ну, всего затрачено более 13 миллионов денег на эти мероприятия. Дальше администрация самостоятельно будет заниматься благоустройством обочин, укладка, значит, гранитного камня на обочинах и плюс разметка. На сегодняшний день все работы завершены. В сентябре за счет средств поселения планируется отремонтировать дорогу по улице Аэродромной и проезд по улице Красной. Близится к завершению и ремонт дорог в прибрежном сельском поселении. Уже отремонтированы улица Рябиновая в поселке Совхозном, в поселке Садовом улица Комсомольская и Виноградная, в Вишневом улица Парковая, тротуары по улице Строительной в поселке Совхозном и в Степном по улице Центральной. Всего капитальному ремонту подлежало 3,8 километра дорог, а также 800 метров тротуара. На эти цели из краевой казны было выделено около 16 миллионов рублей. 871 тысяча рублей вложено самим поселением. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».